Всем здравствуйте, всем привет! Сегодня у нас новогодний эфир. Тема работы у нас с гипнозе, гипнотической нашей коллекции. Вчера я сделала распаковку этой коллекции. Кто не видел, обязательно посмотрите. А сегодня я хочу с ней сделать дизайны. Дизайны мы уже показывали с этой коллекции. В четверг был эфир с Наташей Коклюгиной. Я вчера делала распаковку, что входит в набор 6 оттенков гель-лака, ложечки, наклеечки. Что еще сюда входит? Сюда входит вот такая декорация. Ну, с этой декорацией Наташа Коклюгина поработала в четверг. Вот я не знаю сейчас, использовать мне ее или нет. Мне хочется поработать моими двумя любимыми декорациями. Ну, я уже не один раз признавалась в любви этим декорациям. Это «Лесная сказка», зелено-красный вариант, и «Сканди стиль» номер 39. Очень люблю этот вариант для спокойных новогодних дизайнов. Этот вариант, когда хотите сделать прям такой в стиле Рождества, американского Нового года, когда идет прям такая ярко выраженная цветовая гамма, красный-белый. И эта гамма, она может варьироваться, она может быть красно-зеленая, вот красно-белая, бело-зеленая. Вот я очень люблю это сочетание, и здесь вот как раз эти декорации, они очень классно дополняют эту тему. А у нас сегодня с вами два новых также еще гель-лака красных, вот с ними мы еще не работали, как раз вот эту тему с декорациями красно-зеленая можно будет посочетать снова между собой эту гамму, и отлично сюда подойдет этот номер 38. Поэтому сегодня поработаем номер 38. В конце сделаю еще раз обзор по новинкам, если останется время. Ну, я думаю, что останется время. Можно вот кратенько вам просто показать, какие цвета. Цвета восхитительные. Просто колеровали долго, мучительно, потому что только наколеруем раз пигменты очень долго вести. Но в итоге мы чуть-чуть подзадержались с этой коллекцией, потому что очень долго к нам ехали выбранные глиттеры, шиммеры. Она очень разноперстная, эта коллекция, потому что здесь есть два светоотражающих гель-лака, два синие, серебряные на основе четырех очень типовых пигментов из категории не просто дорогие, а мега бриллиантовые. Один у нас такой вот глиттерный, 399, мы как раз, наверное, сегодня будем им работать. И один такой у нас золотой, который сделан на основе хлопьев. Поэтому это все блестящая коллекция, но она вся разная. Она вся разная. Поэтому если давно хотели поработать с блестящими гель-лаками, да, не работать только однотон эмаль, уже надоело и скучно. Попробовать, например, весь декабрь и январь поработать с блестящими маникюрами. Вот эта коллекция прекрасная возможность, потому что здесь все очень сложно сочиненные колеры, красивая подборка. И они достаточно базовые. Вот нельзя сказать, что они какие-то вырви глаз все, да. Они очень спокойные. Я бы сказала, такие элегантные, блестящие гель-лаки. Вот. Ну, у меня, я уже говорила, у меня два фаворита здесь есть. Это я, наверное, на эти два цвета потратила больше всего времени. Это 397 и 398. Вот. Потому что как раз вот в черном, в серебряном и в синем рекомендуется встречать этот Новый год. Соответственно, маникюр тоже рекомендуется делать в этой цветовой гамме. Вот поэтому я очень большое внимание уделила именно этим трем оттенкам. Нет, 6 мл не будет. Вы, если не помните, мы новогоднюю коллекцию никогда не выпускаем 6 мл. Она всегда выходит у нас набором и поштучкой в составе 9 мл. В составе 9 мл. Напомню, что коробочка у нас, как всегда, новая, которая очень классно превращается у нас в подставочку. Которая классно превращается в подставочку. Что у нас из декораций? Из декораций, напомню, у нас шармиконы. Раз, два, три. У нас вот такое стекло. Но оно почти закончилось.
Вот, поэтому, если кто-то не успел купить, можете проверить на Эми Шоп. Возможно, на Эми Шоп есть остатки стекла. Ну и также поспрашивать у своих дистрибьюторов. Вот стекло уже прям совсем чуть-чуть осталось. 39-й, 38-й есть еще на остатках. Еще у нас есть вот такие новогодние декорации. Сейчас я покажу вам. Зимнее чудо. Барокко. И вот такие украшения. Они все сделаны на основе стекла. Они тоже сделаны на основе стекла. Тоже прекрасно могут подойти для вот таких новогодних вечерних украшений. Да, так, в Европе про отдельно Шанель. Не знаю, потому что, смотрите, в Европе еще пока наборы продаются. У нас же в России наборы уже закончились, вот, поэтому у нас вышли сейчас поштучно. А в Европе пока продаются боксами все. Вот, поэтому, ну, мне кажется, не будет, потому что нет смысла, потому что есть все в продаже в боксах. Как только закончится, возможно, будет. Вот, и еще я хотела вам предложить вот два таких шармикона. Они у нас есть в базовом ассортименте. Мы их периодически допечатываем. Я их очень люблю. Это вот для тех, кому нужен просто вечерний вариант, без темы Нового года, без темы Рождества, атрибутов, вот этих всех Санта-Клаусов, веточек, елочек. Смотрите, прекрасные украшения, просто прекрасные украшения, которые можно дополнить объемным гелем, либо стразами. Вот я их очень люблю и всегда перед Новым годом напоминаю, что 154, 153 это очень красивые драгоценности. Какие из цветов светоотражающие? Так, это номер 395 и номер 396. Все цвета есть поштучно. Вот эти вот раз, два, три, четыре точно есть на сайте уже поштучно. Эти, наверное, в ближайшее время появятся поштучно. Вот поэтому и кого заинтересовали какие-то цвета отдельно, можно купить все поштучно. Так, ну, поехали. Как я и говорила, я сегодня хочу взять один цвет красного. У нас два еще новых красных вышло, 401 и 402. И на основе именно этих оттенков тоже сделать дизайн, потому что я с ними еще не работала. Так, а какой мы возьмем? Сейчас я посмотрю. Наверное, возьму более блестящий. Это 401 цвет. Да, будем 401. А к нему пару давайте возьмем. Вот такой темно-темно-зеленый. Будет хорошо. Люблю такое сочетание делать. Здесь нам понадобится отдельная кисточка. Так. Ну, самый простой вариант это сделать напополам. Пол ноготочка так, пол ноготочка так. Завтра мы все это еще будем стемпингом добавлять, дополнять, вернее. Хотя можно уже сегодня стемпинга добавить. Так, сушим. Сушим. Так, стемпинг, он чем хорош? Вы просто на заднем плане делаете фон. Ну вот можно сделать из снежинок, можно из текстов сделать. Да, вот я в прошлый раз делала эфир ВКонтакте, вот эти варианты. Это краски я использовала. Здесь белая краска с золотом и красная краска с таким вот малиновым отливом. Видите, очень хорошо сочетается и со стемпингом, и с слайдерами. Праге еще нет Габриэля, да нет, вроде есть. Так, подсушили. Теперь номер 401 берем.
Очень яркое сочетание. Это вот я говорила уже вчера. Я, например, очень люблю перед Новым годом делать не вечерний вариант, а делать прям такой вот рождественский, новогодний. Вот, тем более на мою длину это будет очень классно, если я сделаю вот такие конфетки себе. Полосатые, с елочками, со снежинками. Но я вот такую подачу вот с этим слайдером делаю вот сейчас с вами уже в третий раз. Потому что у меня была еще одна композиция из коллекции предыдущей «Осень-зима», которая основная локомотивная, «Lost in Time». Получается, это я делала с красками, вот такой вот тоже яркий вариант. И сейчас я делаю с «Гипнозис», и здесь тоже очень яркое сочетание, но везде вот у меня идет лесная сказка. И, скорее всего, вот, ну, я буду делать такой маникюр себе на Новый год. Я люблю походить вот хотя бы 2 недели вот с таким маникюром. Потому что я-то очень часто меняю маникюр. Так, сделали. На границе можно использовать какую-нибудь отбивочку. Можно просто ленты использовать, да, вот белые, либо нарисовать такую ленту белую. Смотрите, в YouTube мы по возможности выкладываем почти все эфиры. Так, здесь наносим тогда теклос, смотрите. Поэтому, девочки, вы зря так говорите. У нас на YouTube выкладываются самые вот такие интересные эфиры, прям самые вкусные. Мы все выкладываем на YouTube. Так, теклос. Ох, как ярко. Юля! Дальше вырезаем с вами. Слушай, принеси мне вот эти шармиконы, которые как ленты белые, полоски белые. Что-то еще мне нужно было. Ну, короче, да, шармиконы, полоски мне нужны. Обычные наши? Да, 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 да. Отбивки мне надо сделать. Так, что здесь я еще не использовала? О, кстати, шапочка классная. Так, давайте елку прям возьмем. Вот эти слайдеры я рекомендую покупать сразу по несколько штук, потому что здесь они все прикольные, все очень удачные. Но здесь вот что-то встречается один раз, что-то встречается 2 раза. Угу. А, слушай, еще воды нету, Галь. Сейчас только поняла, размачивать. Так, возьмем вот такой вариант с красненьким. Вот такой вариант с елочками тоже можно добавить. Можно вот эту вот саму елочку взять. Так. И сейчас нам нужно сделать еще пару к нему. Также возьмем. Хорошо, что горячая, пусть будет. Да, да. И, несмотря на то, что глиттер такой крупный, красненький, очень хорошо выравнивается. Так. Либо рисуете ту границу. Белый очень хорошо подходит всегда, когда мы используем зеленый. И красный, белый будет идеально. Можно сюда вот так из шармикончика звездочки на ленточке взять. Это 226. Тоже будет хорошо.
Даже если вот так сделать, больше ничего не делать, тоже классный дизайн. Потому что блески, это самодостаточное покрытие, оно, как правило, не требует дизайна. И теперь топ-слайдер наносим, если мы хотим дальше работать слайдерами. Все сохраню. Редко, очень редко, когда я не выкладываю эфиры. Но это бывает очень редко. Это если, знаете, вот мне что-то не нравится, и все, я эфир провела и не выкладываю. Но такое бывает, ну, один эфир там за 3 месяца какой-нибудь, один я могу не выложить. Такого не бывает, чтобы я что-то не выкладывала. Большая часть эфиров, она вся дублируется ВКонтакте. ВКонтакте мы либо перевыкладываем из Инстаграм, либо введем точно такой же. В Ютуб просто дублируются, скачиваются эфиры и дублируются. Вот сейчас мы хотим начать прям вести там в прямые эфиры, уже прям прямое включение делать. Так, топ-слайдер. Снова берем новый 399. Это такой черно-зеленый цвет. Ну, можно было бы в 2 слоя сделать, но я не буду. Я же не на клиенте работаю. Вот, сушим. Точно так же наносим сейчас стеклас, чтобы сделать границу. Что купила? Купила тип со стилет, они просто огонь уже, не первую пачку, но единственное, но отдельных номеров не хватает, приходится новую пачку покупать, вот бы типсы по номерам отдельно продавать. Будут продаваться отдельно, сейчас просто вопрос времени. Покрываем текласом. Сушим. Так, а здесь уже готово. Да, вот такую елочку берем. Очень хорошо для объемных слайдеров использовать горячую воду. Мне здесь, по-моему, секретарь принес кипяток. Почему база ими отслаиваются? Баз ими, во-первых, химических формул очень много. Какая у вас отслаивается, напишите конкретно. Вот, потому что под разные ногти есть разные показания. Кому-то, например, в принципе противопоказано делать гель-лак. Есть клиенты, кому нужно делать исключительно либо хард-базу, это классический гель, вот, либо вообще система классика. Поэтому так говорить, что все базы отслаиваются... Неправильно. Надо смотреть конкретно, что вы делали. Потому что гель-лаки – это такая вещь, очень, конечно, удобная в работе. Намазюкал хоть пальцем левой ноги и отпустил клиент. Даже учиться не надо. Вот. Но есть все равно нюансы работы, которые очень сильно влияют на носибельность. Поэтому нужно камуфлирующий файбер. Так, это тот же... А, вот. Ну, во-первых, файбер базы – это одна из химических формул ИС, а у нас их очень много, у нас порядка 8 разных типов гель-лаковых баз. И гребсти под общую гребенку, если вы купили файбер базу и вам не понравилось, на самом деле файбер база, чтобы вы знали, это самый продаваемый продукт из всех наших баз после базы Эмилак. Самых первых. Вот, поэтому, если файбер-база не подходит, надо посмотреть. Обязательно использование прозрачной базы как основа. Цветные файбер-базы без прозрачки не рекомендуется использовать. Рекомендуется либо прозрачная файбер-база сначала идет, либо Base Emilac.
как подложка. А потом идет уже фабер. Ну вот вы можете сейчас здесь вот вопрос задать девочкам, и вам многие напишут, что фабер базы носится отлично. Вот, поэтому если конкретно в вашем случае что-то там получилось не так, не знаю, возьмите, посмотрите ролики на Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграм. Мы часто работаем фабербазами. Может быть, там за последние 3 месяца не было эфиров, но если поискать даже в Ютубе, например, Екатерина Мирошниченко, попадете на канал и в канале поискать. Вот, можно провести еще эфир. Потому что вот мы сейчас планируем Ace Base вести прямые эфиры в ближайшее время классическими новыми гелями. Можно, в принципе, к фабербазам вернуться. Сейчас просто фабербаз в наличии приходит очень небольшой объем сырья, чтобы произвести. Вот, у нас был очень сильный дефицит, вы знаете. Сейчас потихоньку мы выходим из дефицита с фабербазами, но все равно мы сейчас стараемся их сильно не рекламировать, потому что если я их начну рекламировать, там драка случится за эти фабербазы. Так, я всегда беру отдельную кисть и уже финиш убираю вот так вот отдельной кисточкой, чтобы вот этот объем, который есть на слайдере, сохранился, чтобы она прям выглядела как объемная такая лепка. Да, сейчас пока прозрачной фабербазы нету. Я говорила уже и не раз, что за последние 9 месяцев ситуация пока не изменилась с фабербазами. У нас там есть сырье, которое используется для получения фабербазы с поставщиком, с которым у нас до сих пор нет контакта нормального. После того, как у нас начался с вами очень серьезный экономический и логический кризис, вот, поэтому пока так. Вот, но фабербазы ни в коем случае мы не снимаем с производства. Это, наверное, один из самых популярных продуктов. Вот сейчас просто временно пока нету. Вот мы выпускали недавно фабербазу красивого персикового оттенка. Так. Сейчас можно, знаете, как сделать вертикальную линию. Смотрите, девочки, я сейчас отвлекаюсь на комментарии и не делаю нифига эфир. Давайте я сейчас комментарии потом отмотаю и отвечу в самом конце, хорошо? Сейчас не могу, неудобно. И поперек вот так сделаем широкую линию. Опять же, все это можно было бы нарисовать. Но мне проще и быстрее все это приклеить. Так. Очень хорошо. Белый подходит под красный, зеленый. Прям отлично. Еще раз напомню, сейчас у меня 2 новых оттенка. Один из набора оттенок. Это темно-зеленый. И отдельно у нас сейчас 2 красных продается. Здесь можно было бы какие-нибудь смешные шармиконы. У меня есть мои фавориты. Сейчас покажу. Пусть он не новогодний, но он очень смешной. Вот, очень люблю. Счастье в каждой минуте. Отличный шармикончик. И теперь можно переходить к слайдерам. Когда мы переходим к слайдерам, мы перекрываем все топ-слайдером. Так, наносим. И под шармиконы всегда идет теклас, под слайдеры идет топ-слайдер. Здесь тоже, кстати, можно было бы что-нибудь приклеить из шармикончиков смешное. Суетолог. Миленько. Вечериночка. Вечериночка классно.
Ладно, пусть под елкой будет вечериночка. Единственное, что надо было сразу клеить шармико, но я вот сейчас вот только подумала, что чего-то мне не хватает. Вечериночка. И есть еще в самих шармиконах, которые были новогодние. Вот. Здесь тоже есть разные надписи. Можно отсюда что-нибудь взять. Не, не кайф. Пусть так будет. Видите, елка сейчас выглядит как лепка объемная. Так, а здесь, где моя любимая птичка была, здесь можно птичку приклеить и к ней веточку. Птичка, веточка. Еще раз напомню, лучше брать горячую воду, тогда они более эластичные. Особенно если продольный или поперечный изгиб очень сильный у клиента, а вы хотите работать 5D, слайдерами, то точно нужно вот прям вот в горячей водичке все это размачивать. Также ультрабондом обрабатываем. Так. Все. И также сначала наносите финиш, который вы решили использовать. Там не обязательно Т-класс использовать, да, в основном все сейчас работают ультрашайном. Очень любят топ ультрашайн. Также берем отдельную кисть и вынимаем топ с поверхности слайдера. Все сушим. Так, какое у нас сегодня? Какое сегодня число, люди? На сайте коллекция новогодняя будет 7 числа. Это сегодня или завтра? Что-то все молчат, никто мне не отвечает. Или сегодня у нас 6 декабря, уже потерялась. Так, вот смотрите, такое сочетание. Так, я вот здесь вот подпилить забыла. Если кутикула, там обычно, конечно, не подпиливается. Там, где кутикула, обычно щипчиками обрезается лишний слайдер. Вот, смотрите, несмотря на то, что блестящие гель-лаки, в принципе, слайдеры не теряются. Потому что, как правило, блестящие гель-лаки, они самодостаточные. Да, они не требуют дизайна. Если фабер-база пропадет, уйду из профессии. Не пропадет, девочки. Вот я вам обещаю, фабер-база никуда у нас не денется. Просто сейчас временно, уже 9 месяцев, у нас нет возможности кое-что привезти для производства фабер-баз. Поэтому мы их выпускаем, но там вот так очень точечно, по чуть-чуть, там по капелюсечкам она у нас выходит. И вот там кто успевает, раскупают сразу. Поэтому мы ее даже не рекламируем, она сразу же расходится.
Вот, поэтому тут ты писала, что фабербазы не стоят. Попробуйте другие наши базы. У нас сейчас, кстати, вышла роскошная новая база номер 14. Сейчас покажу ее цвета. Смотрите, вот она выглядит в глянцевом и в матовом топе. Это формула 9, 10, 11, 12, 13. И вот сейчас вышла 14 база. Вот, кто любит эти базы под номерами, потому что у нас же сейчас там временно некоторых баз тоже нет из-за этой формулы. И вот сейчас мы выпустили 14 базу. Вот, поэтому кто любит вот по составу, по носибельности, по моделирке именно эту базу, вот очень рекомендую. Бейс гель номер 14. Это новая база. Она у нас будет, ну вот, в ближайшие дни будет. Так, что я еще хотела? Я хотела сделать варианты дизайна вот с этими слайдерами. Я их очень люблю. И так как они очень блестящие, мы, если возьмем с вами, например, 397 номер, то нужно будет делать в матовом варианте, чтобы все-таки не пропали вот эти роскошные крестики в стиле Дольче Габбана. Давайте сейчас просто вот приклеим, посмотрите. Юля, да? Слушай, а принеси мне стемпинг черный, эмпасту и пластина, где гипюр. Сейчас вам покажу, как вот эти варианты смотрятся на гипюре все. Вы знаете, что сейчас Новый год рекомендуют встречать также в черном наряде, потому что черный год кролика, тем более водяного черного кролика, поэтому это все оттенки черного, синего, голубого, бирюзового, серебряный и белый. Пасту какую? Черная нужна. Черная? Угу. Да, нам чуть-чуть нужна импаста. А пластина какая? А пластина вот где просто фатин. Где кружево, фатин. Так, мой любимый цвет, смотрите. Можно купить, кстати, поштучно. Имейте в виду. Боже, какое красивое серебро. Вы себе даже не представляете. Потому что, ну, серебро, золото нужно всегда делать под Новый год. Их много не бывает. А хотелось сделать что-то вот новенькое. Вот сейчас жалко, конечно... Камера, она даже близко не передает вот этот перелив у серебра. Он переливает хамелеоном. Здесь есть оттенки фиолетового, оттенки розового, и при этом это серебро. Сейчас плохо читается. Блин, как бы вот так вот, может быть. О, вот смотрите, сейчас видно, да, этот блеск. Смотрите, какое красивое серебро. В один слой ложится роскошно. А, новая база уже есть на сайте. Короче, вы больше знаете, чем я. Я тут вот как в Австралии в каком-то нахожусь, ничего не знаю. Потому что у меня в голове куча работы для лета. То, что летом мы уже будем выпускать. Так, и смотрите, один сделаем вот такой серебряный ноготок, второй мы сделаем просто с импастой. Просто с импастой. Здесь у нас есть вот такой вот гипюр. И на этом гипюре очень классно вот эти все украшалки смотрятся. Получаются такие ногти в стиле Дольче Габбана. Единственное, я в этом случае не рекомендую брать черный гель-лак, потому что слишком черно получается. Знаете, такая сетка получается ярко выраженная. Поэтому я беру эмпасту Black Tar, краска без липкости. И тогда у меня такой получается прозрачный эффект этой сетки. Мне больше нравится. Так. Серебро офигенское, еще раз, серебро можно купить поштучно, можно купить в наборе. Это новый новогодний набор, здесь все очень классные цвета, вы будете работать абсолютно всеми. Вот я вам руку на отсечение даю, у вас закончатся все эти цвета. Вы если будете показывать клиента, потому что это прям такая, знаете, вот база, благородные,
не яркие, даже несмотря на то, что здесь такое вот золото активное, такой вот темно-зеленый, все равно это все спокойные глиттеры. Здесь нет каких-то вырви глаз оттенков. Рекомендую, девочки, цвет восхитительный. Он, наверное, самый дорогой получился в этой коллекции, потому что там дорогущие блестки используются. Мы там переругались со всем отделом закупок, потому что они говорят: Катя, ты сошла с ума. Ты такие пигменты заказала для этой коллекции, что просто себестоимость вышла за все разумные пределы. Я говорю: блин, вот хочу такие оттенки, хочу вот именно с таким подтоном. Вот, поэтому коллекция получилась очень интересная и неповторимая. Так как я ее делала сама, колеровала сама, вы этих цветов не найдете у других. Так, теклос. Ну, можно без теклоса смотреть. Понятно, что перед стемпингом нужно выровнять поверхность, либо теклос. Но у меня сейчас просто типс, поэтому я не буду тратить время на теклос. Я сразу возьму эмпасту. Эмпасточка. Четко перпендикулярно прижали и перпендикулярно сняли, и точно так же отпечатали. Перпендикулярно прижали и отпечатали. Видите, совершенно разная работа, когда мы работаем с вами краской лаковой, когда мы работаем с вами краской гель-лаковой. Смотрите, чтобы штампик все-таки дольше нам служил, рекомендую просто просушить остатки краски гелевой, да, остатки импасты вот здесь в лампе, а потом просто отпечатать там роликом либо скотчем. Галь, слушай, у меня скотча прозрачного нет, кстати. Что нужно? Да, скотч прозрачный, чтоб мне. Скотч прозрачный сейчас. Да. Так, вот этот вариант у нас уже готов. Видите, здесь эффект прозрачности. Сейчас у нас будет таких два варианта. Так, номер пластины, сейчас скажу. Это самые первые пластины, которые выходили у нас весной. Девочки, подскажите номер пластины, которая гипюр. Так, ладно, топ-слайдер наносим. Наносим топ-слайдер. Очень красиво окантовочку делать здесь, кстати. Сушим. Сейчас скажу. Да, вот прям вешай. Все, и вот у вас, когда штампик уже подсох, вот так вот раз. Видите, и штампик чистый. Кружево номер 4. Номер 4? Да. Да. Кружево. Называется кружево номер 4. Эмпаста растекается, значит, отпечатываете на дисперсионную пленку, отпечатываете неправильно, скорее всего, вот так перекатыванием отпечатываете. А в эмпасте вы видели, как я работала, четко перпендикулярно. Прижали, подняли, прижали, подняли. Как только начинаете вот это перекатывать, конечно, она вся размазывается. Так, и здесь как раз мои любимые крестики возьмем, а-ля Дольче Габбана. Давайте возьмем самый большой крестик. Как раз я специально взяла серебряный. Так, сушим. А здесь
Также наносим топ-слайдер. Сушим. И здесь давайте вот такой вот цветной возьмем. Вместо страз идеально использовать вот такие слайдеры. Например, вот этот новогодний шарики. Смотрите, как классно. На матовом топе с серебром. Это у нас шарики. Я, кстати, недавно знакомая маникюр делала с этими шариками. Сейчас покажу, где ты там фоткала ногти. Это зимнее чудо номер 2. Это девочка, которая у меня на Кипре, подружка, живет. Я ей ногти делаю бесплатно. Сейчас я вам, если получится, найти. Вот я ей делала прямо перед самым вылетом, поэтому я ничего не сняла толком. Делали ногти очень быстро, там времени не было. Сейчас я покажу. Короче, очень классные шарики, снежинки со стеклом. Поэтому я, например, сейчас работаю с крестиками. Тоже очень классная тема. Потому что как стразы блестят, и клиентам очень нравится. Ну, понятно, не всем клиентам. Клиенты разные бывают, да? Тут все зависит от менталитета клиента. Видите, почему я взяла прозрачный гипюр? Чтобы он был не ярко выраженный черный, да, чтобы вот этот контур черненький, он не потерялся. Видите, тогда хорошо. Здесь можно также кантик сделать. Кантик можно сделать либо из гель-лака, краски гелевой, там, чем вы привыкли работать. Ну, я вот эту композицию, я ее очень часто применяю. Вот кто смотрит эфиры мои постоянно, вы знаете, я очень люблю вот гипюр, а к нему всевозможные слайдеры использовать. И обязательно у меня всегда кантик идет. Единственное, кантик лучше делать под финиш, поэтому мы его сейчас нарисуем, а потом перекроем. Потому что сверху все-таки финиша, когда мы рисуем импасты, особенно по торцам, они сносят очень быстро клиенты. Вот может быть такой вот на Новый год маникюр. Может быть. Да, к нему просто делается пара ногтей вот такие с гипюром, а часть ногтей, например, просто черным однотонным покрывается. Сейчас я вам покажу черный из набора. Он светоотражающий, но он не совсем прям черный, он больше как графит напоминает, но относится к черным оттенкам. Так, и потом только финиш нанесем, сушим. Так, здесь мы приклеим вот этот вариант. Этот вариант мы будем делать с вами матовый, потому что блестящий элемент сажать на блестящий фон, все потеряется. Поэтому, чтобы все это подчеркнуть, чтобы это красиво все смотрелось, мы здесь серебро не оставим таким блестящим, мы его все-таки сделаем матовым.
сушим. И, кстати, тоже предлагаю кантик сделать. И часть ногтей сюда могут как пара идти черные. Сейчас я вот на этом конкретном примере я вам покажу, как кан сохранить черным. Сейчас увидите. Здесь есть два способа. Либо сразу все покрыть матовым топом, а потом выборочно глянцевым. Либо наоборот, все-таки сделать все глянцевым топом, а потом только всю внутрянку обработать матовым, за исключением тех плоскостей, которые вы хотите оставить глянцевыми. Но я буду делать сейчас вторым способом. Так, сушим. Так, этот вариант мы оставляем глянцевым. Нам осталось 10 минут. Смотрите, я уже перекрыла финишем. Это вот готовый вариант. Очень классно смотрится за счет того, что гипюр на заднем плане бледный, а сам само украшение и окантовка, она яркая. Вот, поэтому... Когда делаете что-то из рода гипюра, кружева, никогда не используйте лаковую краску, всегда используйте эмпасту, потому что с эмпасты получается, ну, прям как настоящий гипюр, настоящее кружево. Так, следующий вариант у нас с вами еще один остался. Как сделать из него часть элементов глянцевые, а часть из него матовые? Вы перекрываете сначала полностью все. В этом случае я рекомендую использовать теклос. В этом случае ультрашайн не берем. Смотрите, перекрываем. Также отдельной кисточкой вынимаете излишки, чтобы у нас вот эти элементы смолы смотрелись действительно как стразы. Ничем не уступают, кстати, стразам. Когда клиент просит стразы, я всегда рекомендую использовать именно слайдеры, стекло, потому что они уже вам заменяют готовые композиции из страз. Носится шикарно, очень хорошо носится. Стоит, вот мне даже кажется, лучше, чем стразы иной раз стоит. Поэтому не бойтесь использовать вот эту технологию в слайдерах, потому что она носится очень хорошо, и вы такое никогда не выложите из страз, потому что нужно такое иметь количество разных размеров, форм, оттенков, чтобы вот с этим всем играться. А здесь у вас уже готовы вот такие решения. Я как раз вот эти решения все люблю делать под Новый год. Так, теперь берем с вами матовый топ. Так, где матовый у нас топ? Матовый топ. Угу. Выкладываем куда-нибудь на отдельную палитру матовый топ. И уже отдельной кисточкой выборочно, вот как раз у меня то место, где идет гипюр, мы его пройдем, сделаем матовым. И тогда крестик на такой вот глянцевой, блестящей поверхности будет смотреться намного лучше. Так. И, кстати, вот это серебро очень классно смотрится также под матовым топом. Конечно, под глянцевым это роскошь роскошная.
Юлька, сделай телефон тише, или кто там мой эфир слушает? Так. И вот так аккуратненько проходим, не касаясь канта. Я так часто делаю. На самом деле это не так много времени занимает, но получается очень красивый эффект. У меня тогда получается кант блестящий и украшение внутри блестящее. Потому что я могла бы сделать это импасто, но, как показывает практика, клиенты долго не ходят, когда у них импасто прямо на торце полоска идет. Вот не ходят они так. Так, ну, надеюсь, я сделала все ровно. Сейчас проверим, как раз все сушим. В Европе будут гель-лаки. Скажите, пожалуйста, набор из 6 мл? Нет, не будет. Новогодние гель-лаки мы никогда не делаем 6 мл. О, смотрите, в принципе, я сделала все правильно. Видно сейчас, какой эффект получился интересный, когда мы выборочно крестик и кантик оставили под глянцем. Понятно, вот к этим двум ноготочках, например, подойдут просто черные однотонные ноготки. Подойдут? А это какие? А это взять нужно номер 396 из набора, как раз нового. Это такой графитовый черный оттенок, светоотражающий. И он сюда прекрасно, как пара, на все остальные ногти, в однотоне, без дизайна, без ничего подойдет. Светоотражающие очень плотные. При желании, в принципе, можно положить в один слой. Еще раз напомню, у нас год черного кролика. Рекомендуется встречать в нарядах черного цвета, серебряного цвета, белый и какие-то нежные либо темные оттенки, синевы, бирюзы, там глубоких-глубоких темных синих оттенков. И какие-то вот прям нейтральные, пастельные, холодные оттенки. Потому что кролик у нас не просто черный, а он еще там как-то морской или водяной. Вот. Кролик, кстати, черный этот, он встречается довольно-таки редко. Последний раз он нас радовал своей встречей аж в 63-м году. Вот. Он очень любит домашнюю камерную обстановку, поэтому Новый год рекомендуется встречать в этом году либо с очень-очень близкими друзьями, либо в кругу семьи. Вот, либо в кругу семьи. Так, ну вот смотрите, вот такая композиция, да? Может быть, может быть. Вот маникюр вроде как бы черный, темный, да, но здесь у нас гипюр, а здесь вот такое матовое серебро с черным. Вот почему бы и нет. А второй вариант у нас с вами был вот такой вот веселенький сегодня. Это тоже новые гель-лаки новогодние. Вот как-то так. Сейчас могу быстро пройтись, ответить на вопросы. Так, гель-лаки будут в Европе. Да, гель-лаки будут в Европе. Готические дизайны получаются, все правильно, да. Когда идет крест, черный. Ну, для меня, смотрите, например, это не готика. Для меня это в стиле Дольче Габбана, потому что у них это любимая тема. Они очень любят средневековую тематику, бижутерии используют, они очень любят использовать там элементы Ренессанса. Вот. А это, как правило, вот какие-то такие массивные украшения. И все с элементами черного гипюра. Да? Ну, это также можно назвать и гранж, и готика. Вот. Ну, я бы не сказала, что это прям, знаете, гранж и готика, потому что все-таки готика, она без дорого-богато обычно идет.
Она идет обычно с крестами, с какой-то там, с черепами. Я такое тоже очень люблю на самом деле. Ой, а вопросов-то нету, вопросы все остались в прошлом эфире. Девочки, блин, я же второй раз перезашла. Так, под базы камуфлирующие наносится база медиум. Да, можно наносить либо base эмилак, либо медиум эмилак. Без разницы. Вот кто-то любит больше медиум, кто-то любит больше base эмилак. Они чуть-чуть отличаются по химической формуле, но в принципе это почти одно и то же. Дочка, Дольче, когда будет в Европе? У нас, видите, с задержкой все в Европе, что касается именно боксов. Видите, у нас что-то, например, очень рано в Европе выходит, в России позже. А вот конкретно боксы, так как большую часть декораций мы производим здесь, на территории Российской Федерации, я надеюсь, что к концу декабря будет, а возможно даже в январе. Смотрите, вот я даже не обещаю, мне кажется, наверное, не будет. Слишком много новинок для одного декабря. Наверное, они перенесут на январь. Вот, слушайте, ну Дольче — это такая коллекция, видите, мне ее очень сильно хотелось выпустить, хоть меня и ругали, мне говорили: Катя, это не вовремя, нужно выпускать либо летом, либо весной. Вот, и я так думаю, что я вот эту коллекцию буду продавать до весны, потому что такая тематика цветов, не все готовы с этим ходить зимой, как я, например. Вот, поэтому за Европу не переживайте, когда появится в Европе, тогда это будет нужно для Европы. Тем более у Европы определенный такой склад менталитета, я так думаю, что для них Дольче точно нужно выпускать вообще весной. Вот, ну, я думаю, что Прага в начале следующего года выпустит. На праймер наносится двумя мазками, не втирающими. В принципе, можно втирающими мазками, да, чтобы прям вот хорошо с анихобластами все это потом соединилось. Не имеет значения. Смотрите, если вам нравится, вот особенно первый тонкий слой, втирающими мазками наносите. Это не, ну как, от этого будет только лучше. Твини будет еще в продаже? Скорее нет, чем да. Сейчас вот прошлый эфир показал, что очень хотят, чтобы твини именно в классике, в банках вернули. Потому что пока мы сняли с производства, так как эта коллекция, она очень старая. Вот, и всегда наступает такой момент, когда просто продажи чуть-чуть вообще останавливаются. Ну, сейчас вот многие говорят: верните там авиатор, пиноколада, вот все, что в банках было твини. Вот, я буду настаивать на то, чтобы мы их выпустили. Скраб ваш после коррекции можно делать? Смотрите, скраб можно делать после коррекции, особенно если вы работаете гель-лаком. Если вы работаете классикой, я делаю. Кто-то, например, при классике против использования вообще воды, потому что скраб нужно убирать водой. Вот, поэтому смотрите сами здесь, вот, ну как. Есть кто, например, рекомендует клиентам после классической коррекции при работе с классическими гелями там руки не мочить еще порядка 2 часов. Вот. Я, например, руки мою, и у меня, например, ничего не происходит, и у клиентов моих всегда все нормально было. Это все зависит от клиента, потому что если клиенту делают классику, и у него влажные руки, то, конечно, им таким скраб не надо наносить, потому что придется же воду использовать. 396-й гель-лак. Новый гель-лак будет в продаже? Будет поштучно. Да, будет поштучно. Я поняла. 2 вот последних мы попозже их выпускали. Светоотражающие. 395 и 396. Да, будет поштучно. Катя, вы помните про серебряные линии со словами? Здесь в Европе большинство носит серебро и белое золото. Думаю, будет очень даже. Да, я помню, мы это обсуждали. Сделала я скриншот вашего сообщения. И еще раз. Будут еще краски City Woman? Нет. А можно работать без праймеров, с базами, кроме Ace Base и Fiber? Да вообще любые базы гель-лаковые, они предполагают работу без праймера.
Но это при условии, что все-таки клиент не будет ходить больше там 2-3 недель. Если вы планируете, что клиент будет ходить там 4-5 недель, то я бы рекомендовала использовать праймер. А так, конечно, можно без праймера, особенно если вы используете технологию размачивания. Вы не спиливаете покрытие, вы его размачиваете. То, конечно, ультрабонд лучше не наносить, потому что так вы не размачиваете, ну как не размочите никогда такое покрытие. А файбербазу когда надо наносить? Как любые базы разных формул, они каким-то клиентам подходят лучше, каким-то, например, не очень подходят. И здесь нужно только пробовать. Вот. Вообще файбербаза, она у нас идет универсальная. Она подходит как для очень таких ослабленных ногтей, плохого качества ногтей, когда там, знаете, убитые, там, перепиленные, запиленные ногти. А кто-то, например, скажет, там, у моих клиентов не стоит, а у них ногти убитые. Вот, поэтому здесь нужно смотреть по своим клиентам. Вообще база Fiber, она подходит всем. У нас очень любят Fiber базу, вот правда. Поэтому, когда пишут, например, у нас Fiber база не стоит, ну, надо смотреть, что не так. Возможно, конкретно этим клиентам нужно обязательно праймер наносить. Нужно обязательно прозрачную подложку. А сейчас, видите, сейчас нет в наличии прозрачной базы. Ее нужно заменить чем-то. Чем заменить? Можно заменить медиум, можно заменить Base Emilac. Вот. Но я надеюсь, что прозрачная Fiber база скоро будет. Хотя я эту фразу произношу уже 9 месяцев. Потому что у нас это началось после 24 февраля, как раз перебои, и они у нас никак не могут восстановиться. Так, ну все, на вопросы я все ответила. Мне нужно бежать в контакт. ВКонтакте, кто хочет. Я сейчас буду примерно из этой же оперы показывать, с этими же гель-лаками буду работать. Все, всем пока-пока.